Всем доброго времени суток! Вы на канале Рецепты от Николаевны. Сегодня мариную помидоры и огурцы, делаю вот такой вот ассорти. Я взяла 3 двухлитровые банки. У меня ушло 2 килограмма помидор и 1 килограмм огурцов. Что я сделала? Лук, перец, укроп я порезала. Использовала один пучок укропа. Вот эти толстые стебли я выложила на дно банки, а вот эту мелочь я порезала. У меня ушло 2 большие луковицы, 2 болгарских перца. Головка чеснока. Чеснок я порезала кольцами. Вот их видно в банке. Также выкладывала во все баночки. Использовала горький перец, в каждую банку по 3-4 кольца. Теперь вот скажу о помидоре. Я везде сделала вот такие вот проколы зубочисткой. Вот их даже видно в банке. Сейчас я залью помидоры кипятком и оставлю на 15 минут. Затем эту воду солью, добавлю сахар, соль, эссенцию и потом закатаю. Итак, потихонечку буду наливать кипяточек. Закрою крышечкой и оставлю на 15 минут. Затем эту воду я солью. Итак, прошло 15 минут. Воду с банок я уже слила. Сейчас я добавлю в каждую баночку лавровый листик опущу. Несколько горошков, перчик горошком опущу. Так, соли я буду на каждую баночку столовую ложку. Хотите, варите рассол, но я рассол не варю, сделаю так, как всегда делала. В каждую банку сахар 3 ложки. Эссенция. Пол чайной ложечки. Теперь буду заливать крутым кипятком. Огурцы можете добавлять по желанию. Хотите, помидорчики закрывайте.
Хотите, ассорти делайте. Также можете добавить морковь. Это все уже на ваше усмотрение, на ваше желание. Все я это сейчас закатаю и уберу в теплое место до полного остывания. Огурчики получаются с помидорчиками вкусные. Пальчики оближешь. Ну вот и все. Всем приятного просмотра, приятного аппетита. Маринуйте огурцы, помидоры. Все у вас получится. Всем приятного аппетита. Всем пока-пока.